О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Tomb Raider. Отлично, итак, в последней части мы нашли лук у мертвеца, забрали его и поохотились на оленя, потому что Ларочка очень хочет кушать. Ну а теперь нам нужно приготовить еды немножечко. Итак, мы пришли в лагерь, значит, в меню навыков используйте полученный опыт на развитие способностей, хорошо. Итак, у нас есть различные навыки, у нас одно очко навыков сейчас имеется, как я вижу. И мы его можем потратить на что-то из этого. Мастер выживания, 0 из 9 модификаций, готово. Или можно потратить на охотник. Интересно, что же мы выберем? Звериное чутье, искусство выживания, поиск запчастей, сбор костей, возврат стрел, мародерство, ловкость, розыск, картография. А тут у нас твердая рука, боезапас, тяжеловес, искусство убивать, лук, пистолет, винтовка, дробовик. Интересно. Давайте-ка я посмотрю, что у нас там с луком. Лук. Вот он наш лук. За использование стрел как оружия ближнего боя даются награды. Модифицируется перекрестие прицела. Но это что-то не очень, честно сказать. Уровень 2, специалист, искусство убивать. Вы получаете больше опыта за искусственное убийство. Вы можете дольше удерживать лук натянутым. Ага. Вы правильно распределяете нагрузку и можете носить больше боеприпасов. Еще больше боеприпасов. Понятно. Это связанные обилки, видимо. Ну, вот здесь цепочка у нас нарисована. Получаете больше опыта за искусственное убийство. Так, понятно. Дробовик. Вы можете добивать врагов из дробовика. С очень близкого расстояния. Да, все это какая-то ерунда. Давайте переключимся на мастер выживания. И посмотрим, что у нас здесь. Слух и зрение обострились, теперь вы легко замечаете животных. Получаете больше опыта за разделку животных и тайники. Тщательно осматриваете ящики в поисках запчастей. Получаете запчасти при свежевании туш. Вот это круто. Запасливые лучники не брезгуют забирать стрелы с тел врагов, убитых из лука. О, вот это интересно. Мародерство. Ловкость. Увеличивает скорость лазания, уменьшает урон от падения. Лучше ориентируйтесь в пространстве и способны видеть то, что другие не замечают. И на вашу карту будет нанесено расположение всех гробниц и важных мест. 2 очка требуется на это. Круто. Ну, давайте забирать стрелы научимся. Возврат стрел освоить. Возврат стрел нам должен пригодиться. Хорошо, у нас 0 очков, поэтому больше нам здесь, видимо, делать нечего. В навыках. Итак, очков навыков 0. Дальше у нас что, категории? Нет, это мы уже смотрели. Недоступно, недоступно. Защищенный лагерь. Ну все вроде. Я Конрад Рот, капитан Эндюран. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот! Лара! Ты жив! Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший, Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата, только я. Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия с Эндьюранс, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Итак, нам нужно залезть на гору, пробраться через развалины.
В лагере мы можем, как вы видите, отдыхать, приобретать навыки и прочее. Музыка? Мы слышим музыку? Точно. Так, инстинкт выживания нам ничего не показывает. Ого, кто-то пришел в домик. Эй, эй, есть там кто? Ух ты. О, нет. Да, нажмите Shift, чтобы слезть. Ну, давайте слезать. Ох, не нравится мне эта музычка. Вижу, в какой-то хоррор превращается. Я чувствую, тут будут элементы от всех игр, наверное, кроме стратегии. Ох ты. Ну, сейчас мы опять наткнемся на каких-нибудь... непонятно. Вероисповедальцев. Неужели кому-то удобно здесь пробираться вот так вот? Что я делаю? Да уж действительно, Лара, куда ты полезла? Делать нечего. От Болнагору лезть, убегать отсюда. Там, наверное, какие-нибудь песнопения поют эти безумные фанатики. Так, а это что за ящик? Традиционная маска театра Нов. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Ух ты, круто! Слушайте. Давайте-ка ее осмотрим. Изнутри следы белой краски. Маску надевал человек знатного рода. Да, Лара в курсе всяких интересных событий. Одна из трех маск найдена. Итак, а что мы тут пометили на карте, что ли? Маска Ханья. Так, понятно. Пока плохо понимаю, как эта карта работает. Но мы разберемся. Ага, хорошо, смотреть артефакты. Маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Ладно. Посмотрим, что еще тут есть. Что? Это все, что... Что-то я не понял. Она схватила и бросила его тут же. Так, тут закрыто? А, нет, тут открыто, а тут... А тут закрыто. Ладно. Тут нужно чем-то взломать. Нет нужного снаряжения, требуется снаряжение. У нас должен быть альпинистский крюк. Или что-то наподобие этого. Давайте сожжем. А, это, наверное, какой-то дополнительный путь для артефактов. О, нет. О. Да. А, так вот откуда музычка. Это граммофончик играет. Кто-то тут весело разделывал туши под граммофончик. А, нужно с усилием нажимать. Понятно. Ох, Лара, куда ты идешь, а? Какой кошмар. Ладно, двигаемся, двигаемся дальше. Ладно. Хотя мне, в общем-то, не очень и хочется. А, выход. Кто-то здесь прошел, и мы идем прямо за ним. А рану у Лары, вон, смотрите. Прямо в животе раной. Ей пофигу.
ползает, лазает, как ни в чем не бывало. Не понимаю я этого, честно сказать, не понимаю. Сэмми? Она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вон, он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор до моря. О, боже мой. Сэмми! Ой-ой, ой-ой. Неужто волки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам надо отбиваться. О! Хорошо, что здесь замедление. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что есть замедление, иначе бы я просто не успевал что-либо сделать. Вот это реакция, Лара, вот это реакция. О, боже мой, теперь отсюда, наверное. Фух. Это все? Ну дела. Ну-ка. Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Да стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Ну,
посиди здесь. Я на разведку. Ладно. Ох-хо-хо. Да, ну дела, ребятки. Ну дела. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Само солнце всходило лишь по приказу Пимика. И власть ее была велика. Она простиралась повсюду, куда только доходил солнечный свет. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа. И со временем все на свете о нем забыли. Интересно, интересно. Так, мы нашли какой-то документик. Вот, тут много разных документиков, которые мы еще нашли, которые не нашли. Можно изучать очень долго, видимо, все это. А, вернуться, наверное, даже можно. Интересно. А, да, но этот Матиас, я чувствую, чувак-то непростой, совершенно непростой. О, что это такое, интересно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, это нужно поджечь. Так, а у нас есть факел? Где бы нам факел-то найти? Неужели ни одного нету? Да, хорошо бы Ларе иметь свой в запасе где-нибудь. Там, на поясе, чтобы висел. Или, может быть... А, у любого котелка можно замутить факел, понятно. Ну-ка, сожжем эту штучку. Все будет. Ага, какой-то ящик. И мы нашли запчасти. Собирайте запчасти, чтобы модифицировать оружие. Понятно. Давайте к костерку присядем. Чего же начать? Ладно. Я Лара Крофт, археолог с научного судна «Эндьюранс», разбившегося у берегов этого острова в треугольнике дракона к востоку от Японии. Это очень странное место. Я видела обломки кораблей, которым уже сотни лет. Мы здесь не первые, и, уверена, не единственные люди. Совершенно очевидно, что на острове происходит что-то неладное. Если мне не удастся выбраться отсюда, может быть, кто-нибудь найдет это. Ха, но выбраться тебе, конечно, удастся. С нашей помощью. Итак, мы один из 10 дневников Лары записали уже. О, стрелы. Давайте возьмем. А, у нас уже максимум стрел. Хорошо. О, а это что? Не понял. Ага, понятно. Ну, применяй. Применяй этот кирка-то. Кирка не выдержит. Чтобы открыть, нужен инструмент понадежней. Собирайте запчасти, чтобы модифицировать кирку. Но мы не можем пока ничего пособирать. То есть, вот я сейчас сяду к костерку. И недоступна модификация вот сейчас нам. Ладно, давайте двигаться дальше, значит, раз нам пока ничего не доступно. Вообще-то очень странно оставлять какие-то вещи, и мы... Лара, сюда! Я кое-что нашел! Мы к ним должны возвращаться. Мне это не нравится. Мне это тоже не нравится. Ищи большие ворота! Так, там ящик какой-то у нас есть, я смотрю. О, ну-ка, ну-ка, что это? Ага, мы собрали какую-то траву. Еще ящичек. Ой, олень, отстань от меня. Уйди. Уйди от меня, олень. Ты глупый олень, на меня еще нападает. Это, видите, наверное, когда мы спиной к нему поворачиваемся. Тогда... О, кролик. Круть. Есть. Давайте освежуем кролика. Класс. И стрелу еще забрали. Да, здесь есть где погулять, посмотреть окрестности. Что-то я смотрю, здесь везде всякие инструменты лежат, ящички эти разбросаны повсюду. Ну, интересно, на самом деле, мир не кажется пустым каким-то и брошенным. Но кто эти стрелы понаставлял, я понять не могу. И мы можем... А, мы и здесь можем факел зажечь. Хорошо, хорошо. И да, с многих пор это герой, который может... Что там? А, еще кролик. Который может прыгать, наконец-то. А то у нас все крутые герои перестали прыгать в играх.
Итак, у нас есть уклонение. Перемещайтесь, нажимайте Shift, чтобы уклониться от атак. Ух, ёлки-палки! Чего себе? Волки, волки, это плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну-ка, отвали! О-о, не успел. Не успел. Вот так, стрелой тебе. Понятно, нужно F нажимать, хотя тут и не написано. Да уж, точно, доктор. А где второй-то волк? Интересно, а, кстати, где наши ХП? То есть, как нам за ХП-то следить? Лару покусали, а мы продолжаем бегать. Давайте-ка я зажгу факел. Наверное, волки не попрут на нас с огнем, когда мы... Ну, то есть, не наверное, они вообще должны на нас не пойти, когда мы с огнем. Еще ящик. А, вот ты, мразь, блин. Да что ж такое? Ему пофигу. Ну давай, сволочь. Опа, не попал. Ага, класс. Давайте заберем растенице. Какие-то персики, я не знаю, зачем они. Да, как он сам-то пробрался, я не понимаю. Смотрите, сколько тут всего. Можно бродить и бродить. Еще волка освежуем. Мы что, мы только опыта добавляем себе, как бы, за освежевывание. Я еще один ящичек вижу. Не могу отказаться от еще одного ящичка. Ух ты, храм. Кому они поклоняются? Да мало ли кому они поклоняются на самом деле. Так, давайте посмотрим, что за храм. Может, зайти можно в него. Ну-ка, это что у нас? Уитмен просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. Это же его работа, разве нет? Ведь научной части экспедиции от него толку ноль. Когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Нет, это совершенно невыносимый тип. Но на камеру работать умеет. А я просто буду делать свое дело. Лара не подозревает, но я и ее снимаю. Она должна получить ту славу, которую заслуживает. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитмен с ума сойдет от зависти. Но увидит он это не раньше, чем все остальные зрители Теллуридского кинофестиваля. Да. Надеюсь, действительно, кто-то это увидит. Мы все тут не помрем. Хотя я уже предвкушаю, что от команды останутся рожки да ножки. Ну и Лара, конечно. Так. Еще ящичек, еще один. Главное, из мешка ящики вываливаются. Потеха. Так, а туда мы можем забраться? Или не можем? Лара, конечно, запрыгивает очень хорошо и высоко. Но я не вижу, где бы могли мы забраться. Давайте потушим факел. Ну-ка. Нет. Нет, здесь двойной прыжок не работает. Хотя думал, что сработает. Ладно. Хорошо. О, ну-ка сейчас прыгнем. О, круто. Как в принцперсии. Ладно, нужно двигаться дальше. Что-то мы тут совсем заходились. Я хочу еще посмотреть, что у нас в той части. Уж очень мне нравится. А, на Shift, в общем, она только уклоняется. И не более того. Уйди отсюда! Дурацкий олень. Достали меня. Сколько же тут живности, а? Вот так раньше и было, кстати, в русских лесах. Огромное количество живности. Ну, конечно, волки тут... ух, нифига его пронесло. Волки тут не бегали вместе с оленями? Ой-ой-ой-ой. Не попал. Ах ты, сволочь, где он? Где этот гад? Все, готов. И олени сразу заметили, свалили. Как она стрелой разделывает, это, конечно, да. Я бы лучше топориком разделал, намного удобнее, сподручнее вообще. Все делать топориком. О, а тут что?
Еще один ящичек. Актеры театра Но поднимали и опускали голову, чтобы маска выражала разные эмоции. Ну-ка. Типа, так улыбается. Нет, вот так улыбается, а так печалит. Ха-ха, прикольно. Да, интересно. Интересно. Что за парнишка? Ну, видимо, нам уже не дано узнать. Тоже один из веселых исследователей, так сказать. Так, хорошо. О, еще один кролик. Волки вроде кончились, и то, слава богу. О, еще один. Еще один волк на нашем счету. А это что? Ну-ка. У Лары кризис самооценки. Что ж, значит, ради нее мне надо делать вид, что все в порядке. Но с этой экспедицией что-то не так. У меня плохие предчувствия. Чем мы ближе к треугольнику дракона, тем сильнее у меня сосет под ложечкой. И это не качка и не радостное возбуждение. Да что ж такое? Вообще-то я должна прыгать от восторга, что меня взяли в такое потрясающее путешествие. Хорошо бы уговорить Лару сделать перерыв и выпить по бокальчику. М-да, сделали перерыв. Выпили по бокальчику. Что за звуки какие-то? Как будто какие-то там бубенчики. Бубенцы звенят. Так, а это куда мы идем? Конечно, понимаю, что мы немного назад возвращаемся. Ёлки-палки, сколько тут проходов? Вы поглядите. Слушайте, ну-ка, это что такое? Что это такое? Что это такое? Подождите-ка. Какая-то коробка. Тайники. Кто оставил их здесь? И что нам с этих тайников? Мне интересно. А, вот мы возвращаемся типа в лагерь. Сколько тут проходов разных, вы поглядите. И тут, и там, и по дереву можно пройти. И все это на такой небольшой локации. Ну круто вообще, мне нравится. Можно игру изучать, изучать и изучать. А это что? Куда мы здесь идем? Ага, Лара сама подожгла. Пошли исследовать. Загружаемая гробница. Гробница путешественника. Ух ты. А, это, видимо, DLC, который идет за... За что? А, за предзаказ в Стиме. Его, по-моему, в Survival Edition нету. Ну, посмотрим, посмотрим. Так. Ну, понятно, дальше мы не пройдем. Дальше мы потушим факел. И поглядим, что здесь. А, вот как, светильники. Ну-ка. О! Новый интересный способ. О, и тут трупы. Кошмар. Тайная гробница. Гробница путешественника. Класс. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрим мы ее в следующей части. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон, всем спасибо и до следующей миссии.